Всем привет! 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 Я Акулова Надежда Александровна. Петухова Нина Михайловна. Александра Еремеева. Тинковская Юлия Сергеевна. Нестерова Ольга Павловна. Матвеева Лариса Юрьевна. Я доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Я профессор кафедры технологии строительных материалов и метрологии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия. Также я архитектор-реставратор, действующий, работающий с объектами культурного наследия. Я кандидат архитектуры. Доцент кафедры архитектурного проектирования СПБ ГАСУ. Я заведующая кафедрой градостроительства Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, доктор архитектуры, профессор. Я доцент кафедры строительной механики и кандидат технических наук. А задача любая практически имеет решение. Помимо самой творческой научной деятельности важно соблюдать некоторые правила и рамки. Туда можно погружаться до бесконечности. И тогда все получится.